Восток-Запад. Именно на этих вездеходах мы поедем на Кольский. Сейчас мы отстрелялись в РГО с докладом. Едем на Кольский на 15 дней на двух вездеходах с полным отсутствием связи, цивилизации, дороги. Там вообще ничего не будет. Просто ничего не будет. Те, кто хочет проверить свою экипировку в максимально экстремальных условиях, ситуациях, где не будет как бы никаких поблажек, обращайтесь. А также, кто хочет попробовать себя и лично попробовать себя в этой экспедиции, обращайтесь тем более. Если вы фотограф, если вы ученый, и даже если вы повар, потому что повар нам понадобится, мы открыты для вас. А также, если вы считаете себя крутым и хотите это проверить на практике, а не только в интернетных войнах, милости просим. Все, кому интересно, подписывайтесь на Кольский 2018, там будут наши новые выпуски. Да я ее посмотрел, не ту схватил. Одна не подписана, другая подписана. Вот здесь все. И с нами там научно-головой прогнались.